у вас есть секрет? Даже не знаю. 55-летний Киану Ривз обнимает себя молодого. Кто вам нравится больше, нынешний и юный Киану «Небо и земля» по харизме? Больше нет промахов и в одежде. Мог бы он появиться в таких легкомысленных шортах перед нечистью? В кино Ривз чаще всего имеет дело с этой категорией граждан. Мне нравится моя работа. «Матрица» тоже отшлифовала его образ. Ривз всегда на публике в черном. «Матрица» — мир теней. До конца непонятно, в этом мире герои или нет. Поэтому вид у них зеркальный, словно намазанный маслом. Поцелуй, как будто ты меня любишь. Хорошо. Ах, сколько красавиц готовы обтянуться кожей ради холостяка Ривза. Но Халли Берри ему не нравится. Анджелина Джоли хороша в черном, но опроверг и этот роман. О вкусах не спорят, приятели. Самая популярная сегодня супермодель 22-летняя Белла Хадид, готовая подруга Нео. Но и ей был дан отворот-поворот. Ты не очень-то раздувайся, мой мальчик. Актер никогда не был женат. 18 лет назад погибла в автокатастрофе его возлюбленная актриса Дженнифер Сайм. Ривз до сих пор ее не забыл. Этот факт поражает поклонников. Киану лучший, мы его не заслуживаем. Киану любит животных больше людей, но не больше мотоциклов. Это его страсть. 55-летний Ривз дал согласие на участие в четвертой части «Матрицы», когда узнал, что режиссеры прежние – Вачовски, а это значит, Киану ждет очередная перезагрузка. Вот почему он молод и хорош собой – 55.